МАУКУСТ Алтанский КДЦ «Рассветский СК» поздравляем коллег с профессиональным праздником, с Днем культурного работника. Без нас скучала бы планета, и счастье было бы неполным, и песня лучшая не спета, не поплыла по синим волнам. Пускай себя мы очень любим, для нас профессии нет краше. Тепло сердец мы дарим людям, спасибо за внимание ваше. Яркие таланты, добрые натуры, ближе всех к народу работники культуры. Мы и театралы, мы и сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты. Яркие таланты, добрые натуры, ближе всех к народу работники культуры. Мы и театралы, мы и сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты. Всегда поднимем настроение под музыку при ярком свете. Мы знаем цену вдохновенья, нам верят взрослые и дети. Пускай себя мы очень любим, для нас профессии нет краше. Тепло сердец мы дарим людям, спасибо за внимание ваше. Яркие таланты, добрые натуры, ближе всех к народу работники культуры. Мы и театралы, мы и сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты. Яркие таланты, добрые натуры, ближе всех к народу работники культуры. Мы и театралы, мы и сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты. Мы часто говорим со сцены слова любви к родному краю. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем работника культуры России и желаю всегда быть в полном расцвете сил, красоты и вдохновения. Пусть наша работа будет вовсе не работой, а невероятным искусством создавать себе и окружающим прекрасное настроение. От души желаю вам любви, внимания родных, достатка, счастья и гармонии. И не забывайте с каждым днем удивлять этот мир. Поэты, музыканты, а в душе, а в душе.